На конкурс дети читают стихи. Анна Назарова, 12 лет. Татьяна Григорьева. Жизнь. А я просто живу, а я просто люблю, раскрывая для жизни объятия. Я молюсь, я боюсь, я дышу и ловлю. В каждый миг я хочу только счастья. Не жалей себя, да в кому-то тепло, даже если оно не вернется. Я хочу, чтоб вокруг меня люди везло, их улыбка и мне отзовется. Я хочу доверять без упреков, обид, и откуда-то есть во мне силы. Если жизнь усложнять, жизнь ответит вам в миг, и вы скажете ей просто спасибо.